Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в Oxygen Not Included. Ну что ж, переходим к самой игре и посмотрим, чем же наши дупликанты сейчас занимаются. По поводу обновления сразу же хочу сказать. Обновление мне предлагала игра установить, я его установил, но оказалось, что... Оказалось, что после обновления я не смог загрузить нашу игру. Поэтому мне пришлось откатить игру назад. И сейчас мы с вами продолжаем играть без обновления. Обновление еще находится в бета-версии, поэтому ничего страшного, она еще не совсем четкая и рабочая. Написано превью бета-версия. Поэтому все, кто говорят, что Тормод, включай... Говорю, что возможно, может быть, и не стоит, потому что еще там не... Возможно, еще выйдут парочку патчей, которые все это исправят и сделают. Так, мы с вами продолжаем прорываться в сторону. И давайте здесь откроем кусочек. Даже, наверное, вот так вот. Откроем кусочек и назначим, что уже пора это место... раскапывать. Правильно, давайте. А, ну вот, они уже на пятерочку, но я хотел поставить шестерочку. Начнем, наверное, вот с этого куска. Вот так вот. Пока что пускай нам водоросли и немножко угля добудут. Так, по поводу кислорода. Что у нас тут с кислородом? Кислород должен поступать постепенно. Да, постепенно заполняется помещение. У кого уже небольшой стресс? У романчика, но романчик подождет. Вот, видите, кислород сюда идет, вон, летит. Мы с вами освобождаем место, и его, конечно же, пытается заполнить кислород. У него еще достаточно очень маленькое давление. Но видите, они уже сюда отбегают и спокойно дышат. Углекислый газ будет спускаться сюда вниз, поэтому я не беспокоюсь. Так, по поводу... Сейчас давайте отключим и посмотрим. Мне интересно, как с декором. Вот, видите, они пробегают и чуть-чуть увеличивается декор и опять снижается. То есть желательно, чтобы на пути у них постоянно где-то изменялся декор. Давайте мы вот так вот еще сделаем. Чем хороши статуи? На 8 клеток вокруг, поэтому смогут охватить больший радиус. Так, где бы нам еще с вами сделать? Наверное, вот как я и хотел. Здесь мы с вами поставим. И вот тут, на 8 клеток, вот это все они должны будут захватить. Вот это делать или не делать? Нет, здесь пока не буду делать. Жалко, я сделал всего лишь на 2 клеточки. Это не очень удачно. Возможно, надо было делать пошире. Но я хотел побыстрее добраться до вот этого момента. Что у нас здесь? Хлор. Хлор и там край карты. Вот сюда уже нельзя передвинуться. Вот, к краю карты мы, наверное, пойдем вот тут здесь сверху. Здесь совсем чуть-чуть остается, чтобы обойти хлор. Давайте, работайте, кислород к вам сейчас должен будет потихонечку доходить. Я думаю, все у вас будет получаться. Так, здесь у нас не убрали, и у кого? У Майи растет, и, конечно же, у Хасана растет по 13. Вот, в некоторых местах, может быть, даже вот здесь можно поставить еще 2 ваяльных блока, вот так вот. На 8 клеток вокруг... Они тоже будут создавать декор. Все, кто будут пробегать по коридору, будут получать дополнительный декор. Ну, хоть какой-то, наверное, чтобы был. Потому что они в туалет-то постоянно здесь бегают. Но по поводу того, чтобы поставить туалет с другой стороны еще один, это хорошая идея. Мы, наверное, с вами так и сделаем. Но это все сделаем, но это будет уже позже. Так, с туалетом тоже здесь все хорошо. Конечно, углекислый газ спускается сюда вниз. И пока у нас вот эта комната бездействует... Хотя нет, вот смотрите, хлор здесь гуляет. Хлор сюда все-таки добежал и его сразу же сюда засосало. Это очень хорошо, потому что все чужие газы у нас будут здесь концентрироваться.
В самом конце, по идее, это будет выглядеть очень красиво. Будет одна ячейка, в ней высокого давления, очень высокого давления, будет находиться какой-нибудь там углекислый газ, где-то хлор, где-то еще что-то. Так, цикл закончился. Давайте посмотрим, сколько они закончили. Ух, да вы достаточно очень неплохо постарались. Посмотрим, как у нас кислород. Да, конечно, кислород сюда пока что еще плохо поступает. Можно увеличить давление, но я, честно сказать, побаиваюсь. Обновление по поводу температур я посмотрел. Я включил его, даже немножко поиграл. Да, интересно, да, ничего, но мы с вами подождем еще несколько обновлений. И потом, опять же, сыграем в эту игру уже с несколькими дополнениями. Сейчас я пока что хочу посмотреть, что у нас здесь предлагается в первоначальном варианте. Так, 20 у Хасана и 17 у Каса. 20 у Хасана. И у Каса. Кас. Замечательно. Отправил вас Хасан и Кас. Конечно, вы еще Майю. Так, все, лежите, получайте удовольствие. Все остальные пока работают. Ну да, Майя, понятно из-за чего. Ей тяжеловато работать в безвоздушном пространстве. Она он постоянно задерживает дыхание, и это негативно сказывается на ее... на ней. Вот. На ней, конечно же, это негативно сказывается. Так, ставим еще несколько лояльных блоков вот таким образом, чтобы они здесь... обеспечивали. Можно даже картинку где-нибудь влепить. Нет, не будем. Паяльных блоков хватает. Это, в принципе, один из таких моментов, чтобы не падал декор у наших... Ну, да, Хасан уже все нормально, Кас. Осталось только Кас немножко. Хасан все равно решил поваляться здесь. Ах ты какой! Негодяй! Так, пора нам, наверное, вот эту... створочку-то закрыть. Так, здесь у нас избыток давления, да? Сколько здесь? 308, 307, 290. Да, здесь у нас избыток давления. Вот как раз давление кислорода сдавливает еще и углекислый газ. Здесь уже, вон, смотрите, углекислый газ под каким давлением находится. Адочка, умничка, 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 умничка. Давай, у нас будет побольше стоять статуи, я понимаю. Статуи много не бывает. Так, Хасан, ты, наверное, уже... Да, у тебя всего 4%, поэтому ты не наглей, иди работай. А второго мы сюда отправим Романчика. Роман, тебя ждет массажный стол. Массажный стол, так. А, сюда не дотянуться не могут. Все, я понял, можно даже выключить. Здесь они не стали собирать, ну и здесь, наверное, не назначал. Так, будем теперь продвигаться наверх и попробуем установить приоритет, точнее, вот так вот. Вот таким образом. На шестерочку. Проверяем декорчик. Здесь у нас должен был декорчик подрасти. Декор 22, декор 5. Нет, надо будет еще картины вешать. А, ну хотя блоки еще не готовы. Новый дупликант. Мы от него отказываемся. Нам он не нужен. Это все лишнее. Это все пока лишнее. Так, ну давайте, давайте, давайте. Работайте, работайте, негры. Солнце еще высоко. Да-да-да-да-да. Так, мы, конечно, слизь нигде не добываем, чтобы вырабатывать водоросли, но мы пока их хорошо выкапываем. Вот этот пласт тоже. Вот где-нибудь здесь можно сделать спуск. Проход, лестницу вниз, и вот это выкопать даже с углем вместе. И, может быть, даже в эту сторону направиться, посмотреть, что у нас тут. Мы обязательно с вами прогуляемся и посмотрим все направления... Как, куда и что нам нужно делать. Романчик. Майя. Майя 13. Ну, давайте на 13 мы особо дергать не будем. Роман, что там у тебя? Роман, 2%. Ну, сейчас тебе 2% выбьют из тебя, и все будет хорошо.
Вот, статую сделали, да, смотрите, здесь уже, по крайней мере, вот, по низу, если смотреть, где они пробегают, здесь 42. Уже не так сильно будет падать декор. Здесь еще надо будет поставить, чтобы еще здесь на 8 клеток улучшился декор. И, конечно же, пробегая мимо, они будут получать... Ну вот, смотрите, вот она пробегает, и у нее уже поднимается. Видите, он, конечно, не быстро поднимается. Вот побежала дальше, и у нее опять поднялось немножечко. И опять опускается. Вот она бежит, бежит, и опять все поднимается. И пока они спят, у них должна по полной зарядиться... Они должны по полной зарядиться декором. Это самый лучший вариант. Видите, как медленно? Поэтому то, что ночь достаточно... Ну, некоторые говорят длинная, некоторые говорят короткая. По мне, так ночь они действительно сделали хорошо, чтобы вы могли понимать. Видите, у них даже не наполнилась она на полную. О, 28. То есть мы полностью даже не дали... Ну, здесь у Майи-то она поднимется. Она здесь бегает. А вот остальные, те, кто побежали сюда вниз... Вот, например, если смотрим на Аду, у нее 62. Бежит, бежит, бежит. Вот как у нее падает, падает. Вот здесь должно было чуть-чуть подняться и опять падает. Наверное, я вот здесь еще один поставлю монолитик. И здесь еще один. Мне не нужно, чтобы у них очень сильно падало. Вот таким образом. Я понимаю, что все это временные моменты, но пока они находятся где-то поблизости, особенно если они спят, вот, например, туалет, если здесь поставить какой-нибудь туалет, они будут в него садиться, делать свои дела, и здесь будет достаточно очень красиво для них. Ну вот два этих еще сделают, и как раз вот этот весь момент, конечно, уже будет безумно привлекательным. И пока они будут бежать, они будут также повышать у себя декор. Поэтому за этим надо обязательно следить. Так, Адочка, Адочка, солнышко мое, как у тебя тут дела? Уголь добываешь? Молодчиночка. Уголек нам очень нужен. Давайте, кстати, посмотрим, что там с нашим углем. У нас 18 тонн угля. Ну, кстати, не так уж и много. А водоросли 8500. 8500 угля. Понятно. Так, я смотрю, они любят вот тут бегать, а не снизу пробегать. Это... Видите, они все поверху, а не понизу проходят. Поэтому... Давайте-ка мы это место. Это просто ресурсы, поэтому мы с вами тратим время на постройку этих ресурсов, но зато в будущем нам, чем дальше мы будем бегать, тем лучше нам это все окупится. Ничего страшного, что приходится такие моменты делать. Ничего страшного. Все хорошо, запомните. Пока у вас по дороге дупликанты получают кучу бонусов, это даже не страшно, что у вас они там будут задыхаться. Даже если они у вас в хлор или в загрязненный кислород дальше попадут. Ну вот, смотрите, у нас здесь осталось чуть-чуть. И где бы нам с вами пройти? Хлор. Вот карта. Вот конец карты. Вот следующего уже... Ну, вот тут, наверное, нету. Ну, сейчас мы пройдемся и посмотрим, где там. Вот здесь вакуум. Кислород отсутствует. Здесь мы с вами и пройдем в ту сторону до края карты. Для того, чтобы узнать, что же нас там ждет. Я еще не был у края карты, поэтому... О! Может быть, даже на 3 не стоит? Хотя, почему бы нет? Давайте вот таким образом сделаем. Ох, а дальше я не могу заказать, да? Хорошо, вот здесь у нас будет лестница. Снизу также ставим блоки. Вы зря убежали. Хотя вот это, наверное, не нужно. Вот эти два, они будут лишними. Так, старайтесь, старайтесь, старайтесь. Нам вот этот внешний вид... Это, конечно... Хотелось бы побольше разных украшений, потому что мы ограничены. Мы можем еще цветочные вазы поставить... Но с учетом того, что у меня достаточно мало... А вот, кстати, давайте мы попробуем вот здесь поставить.
насколько у вас декор всего два блока. Ну, видите, здесь всего проблема из-за того, что декор всего два блока. Вот так вот мы можем поставить цветочные вазы. Но я боюсь... Ну, посмотрим. Посмотрим. Все-таки декора мало. Хотелось бы, чтобы было побольше. Могилы везде выставлять, ну, тоже не очень хочется. Хотя я в одной из игр выставлял вот эти вот мраморные на три блока. А, декор минус 15. Странно. Видимо, что-то изменилось. Они давали декор. И снимали стресс. Так, следующий у нас закончился. Водоросли валяются. Никто не забрал. Никто не забрал водоросли. Так, кто-то побежал в туалет. Раван, Раванчик, давай, мой миленький, хорошенький. А мы с вами посмотрим, как декор накопится. Например, у Романа. 41, 42, 43. Видите, даже до сотни не добегает. То есть нам желательно еще где-нибудь поставить. Можно здесь побольше. Ух, смотрите, как вниз-то давление пробежало. Ох, как спускается. Это хорошо. Кислород должен заполнять это помещение. Так, молодец, тебе понравилось, мне тоже. Да, здесь уже красивее. Вот, смотрите, декор 40. Только вот там, где валяется земля, там плохо. Как только уберут землю, будет намного лучше. Вот, сейчас еще доделают эти две, ну, две картины и два ваяльных блока, из которых потом появятся статуи. И, конечно же, им будет уже намного проще здесь пробегать. Так, мы, наверное, выставим с вами приоритет на шестерочку вот этого тоннельчика. Ой, подождите, у нас здесь водород. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот эти два срезать не надо. Нет. Так, ну что, работаем. Следим за ними. Еды у нас, кстати, совершенно достаточно. Нам бы потом напрямую здесь провести. Вот, например, вот так вот как-нибудь и вот так спустить. Обязательно, чтобы выкачать всю эту загрязненную воду и очистить. Мы еще с вами не ставили очистители. Так, здесь уже должно быть порядочно. Да, 65. Ну, видите, смысл того, сколько здесь будет, не особо важно. Главное, чтобы выше, чем то, сколько у них было. Пока они пробегают... У них поднимается здесь. Вот, главное, чтобы не опустилось очень низко. И мы великолепно с вами поддерживаем. Видите, стресс у нас пока что не поднимается достаточно высоко. Посмотрим, что будет дальше. Паяльные блоки стоят. Там у нас тоже должны работать. Били, краптит и работает. Молодчинка. А вот это, кстати, хлорная известь. Ну, видимо, пока что нигде не применяется, мы ее добывать не будем. Здесь куча хлора, и, скорее всего, хлорная известь будет вырабатывать хлор, если мы вдруг откроем ее. У кого-то повысился навык атлетика, Роман теперь 13, он еще быстрее бегать умеет. Ну, видите, здесь какой-то глюк. Фосфорит они не убирают, хотя выставлен достаточно высокий приоритет. Так, давайте попробуем. Семена, а у меня всего 3 семян, да? Да, жалко, всего 3. А я поставил их 4. Ну, ладно. Вот, декор 10, радиус 2. Давайте посмотрим, как у нас тут. Ну, пока что никак. Минус 5. Вот здесь хорошо. Вот здесь они прибегают, 78, 60. Видите, как поднимается декор. Еще вот эти ваяльные блоки сделают из них статуи, и я думаю, вообще будет замечательно. Так, вы стараетесь, работаете. Да, мы уже с вами близко. Вот какой здесь? Нейтроний. Мне вообще непонятно, что за металл такой. Невозможно добыть. А, ну это потому что мы не можем еще. Нейтроний. Тоже минус 272 по Цельсию. Такой вот. И там дальше вот край карты. Дальше ничего нет.
Обязательно сейчас дойдем до края карты и посмотрим, что же нас там ждет. До следующего обновления я еще раз повторю, кто с самого начала промотал или не услышал. Мы с вами обновление поставим после того, как закончим это прохождение. А потом я дождусь еще следующего какого-нибудь обновления, и мы с вами еще раз поиграем, посмотрим. Конечно же, если добавление будет достаточно крупным. Если там добавить какую-нибудь единичку там или просто там фикс, я не знаю, стабильности работы или где-то там алгоритмы движения дупликантов, то, конечно же, это нам не интересно. Так, давайте-ка мы отмену сделаем, вот это забрать и опять. Смотрите, выбираю уборку, уборку ставлю на семерку. То есть это высокий приоритет. Говорю убраться здесь и ждем. И надеюсь, они все-таки уберутся. Так. Раванчик захотел в туалет, ну ничего страшного. Да, нам нужен второй туалетик где-нибудь вот здесь. Уже очень нужен. Но я пока что горю желанием дойти до края карты. Поэтому особо отвлекаться не хочу. Мы, конечно, закажем, сделаем, но потом. Но потом. Так, здесь у нас... Мы что, нашли еще одно семя? А, нет, здесь нету вон. Семена не выбраны. Да, семян нету. Ну что, последние куски заказываем. Может быть, мы с вами сейчас выберем... Нет, мы тут даже строить не можем. К сожалению, мы его даже строить не можем. Ну ладно, тогда мы сделаем вот это отмена. И посмотрим, как там у нас... Хотя вот этот блок очень плохой. Если сюда кто-нибудь запрыгнет... А они могут, вы знаете, вот в такие штучки запрыгивать, блин. А потом, блин, кричать, блин, что у них голову замуровали. Еще что-то замуровали. Так, и здесь. Ну, тогда вот этот нам, в принципе, не нужен. Давайте отменим. Не вижу в нем смысла. Здесь нету... Ну, вот если только здесь загрязненный кислород, добыть уголь, железную руду немножечко. Остальное нам не нужно. Остальное нам не нужно. Без надобности. Хотя вот так вот по краю карты хотелось бы, конечно, вниз пройтись и посмотреться, что там у нас. Вот здесь железной руды, кстати, осталось еще много. Можно сделать еще вниз лесенку и в обе стороны тоже прокопать железную руду. Водород. Ну, водород действительно тоже. Если так по сути придумывать, то нужно делать здесь комнатку. Поднимать наверх лестницу. Здесь стоит шлюз. Водород у нас поднимается вверх, поэтому нужно на самый верх вот поднять лестницу. Здесь выкачивать водород и вкачивать его вот в наше вот это... Даже нет, по трубе его подавать. Сюда же у нас водород по трубе подается. И у нас здесь генератор бы работал. Радиус декора 3, минус 16,5. Труба пуста, генератор бездействует. Ну да, нужно больше водорода просто. Давайте по газам посмотрим. Вот водород у нас здесь сверху. Водички-то, смотрите, прибавилось. О, здесь все почти что высосали, да? Так, новый дупликант. 8 стройка, конечно, хорошо. 8 механика. Да, уже такие получше даются, но... Но нет. Но нет, это все не то. Так, здесь у нас все закончилось. Можно уже начинать выкапывать. То есть, вот это мы делаем на снос. Оно нам уже не нужно. И, наверное, на шестерочку мы с вами поставим... нет. Вначале... Блин, не то сделал. Шестерочка. Вначале вот так вот выкопаем.
а потом уже пойдем вниз. Потому что они могут всего на 4 клетки. Если я сейчас вниз буду копать, они потом не дотянутся, и придется здесь кучу лестниц ставить. Вот это можно заказать. И с этой стороны провести тоже блоками. Вот что-то типа этого. Так, шестерочка. Вот так вот вы еще дотянетесь. До этого угла мы с вами доберемся. Да, наверное, вот таким образом. Да-да-да, ребятки, умнички. Старайтесь, работайте. Все, можно теперь снизу. Сверху они достанут. Вот эти два слоя можно совершенно спокойно снимать. Ух, закончилось. Давайте возвращаемся сюда и смотрим, как же у нас здесь дела. Вы посмотрите, мы уже почти что дошли до... Вот, вот, вот. Сейчас как бы не оказалось, что здесь какой-нибудь космос или еще что-нибудь. И безумное количество. Там, например, вакуум высосет наш кислород, всех дупликантов туда прям засосет. Конечно, я шучу, скорее всего, такого нету в игре. Потому что здесь вакуум-то такой какой-то, ну, не особо много в себя берет. Кислород добывается, вода у нас прибавилась. Да, надо бы уже ко второму переходить и отсюда тоже выкачивать. Хотя нет, давайте начнем с чистой воды пока что. Пока что можно заниматься чистой водой. У нас все забито, кстати, по еде. Видите, все забиты. Можно даже еще один поставить и его тоже забить едой. По температуре у нас здесь 30 градусов, а сверху из-за того, что земля, здесь должно быть намного ниже, 24 градуса. Да, здесь у нас не будет никогда проблем с перегревом, потому что есть земля. Ну, точнее, это даже не земля, здесь не имеет значения, какой... Тут у вас песок, магнетит, водоросли, песчаник, не имеет значения. Сама по себе структура влажная, и пока не высохнет, будет... Ух, вы смотрите. Они не могут это выкопать, все. А вот, кстати, то, что я боялся. Ну, вот вы, как всегда, ну... Вот как ты там оказался? Все, Романа мы с вами потеряли. Будем хоронить Романа. Если его сейчас никто не спасет... Нет, я не могу выставить... Нет, он сейчас умрет. Его никто. Нет, ну ты не успеваешь. Ну, я сказал. Ах, ну вот мы с вами... Можешь его не открывать. Пускай он там лежит. Да, видите, нейтроний они не могут прокопать, поэтому бесполезно. Отмена. Пускай у нас здесь... Бедный Роман. Его очень жалко, честно скажу, мне его очень жалко. 13 уровня. У него атлетика 13 уровня, механика, копание 4, стройка 5. Сила 7. Да, Роман, Роман, ты много мог носить по силе. Покойся с миром, Роман. Вот так вот. Убили мы Романа, но не так и не добрались. Но вот я... Они всегда почему-то... Ты где такой кусочек заделаешь, они всегда в него впрыгивают. Такое ощущение, как будто по скрипту. И это как-то совсем нереалистично и, мне кажется, очень неправильным. Так, что мы делаем дальше? Я дальше думаю, мы делаем вот так. Ну, вот тут угля полно. Ну, в принципе, дальше мы будем с вами просто выживать, очищать воду. В принципе, это все, что на данный момент есть в игре. То есть мы можем, конечно, еще повыживать. Я спокойно выживу и до сотого.
уровня, потому что мы будем все копать и копать. Просто мне хотелось бы, наверное, уже начинать какую-нибудь новую игрушку. К этой мы все равно вернемся, она в раннем доступе. Поэтому напишите свои отзывы. Я еще запущу обязательно голосование в группе ВКонтакте, там, где вы можете высказаться, что стоит ли сейчас дальше продолжать именно это прохождение, либо мы подождем и потом начнем уже с двумя дополнениями. То есть одно уже вышло, и может быть еще второе дополнение. Вот такие вот, вот такое у меня есть для вас предложение. Так, здесь мы, наверное, тоже рядышком проведем. Так вот. Чтобы у нас лучше кислород. Потому что кислород сейчас будет заполнять эту комнату или уже дополнил. Ну да, видите, вот он поднимается наверх. Здесь уже все с кислорода. А вот чтобы вот тут, нам придется здесь сделать на 4 клетки. Даже я скажу даже так, не на 4, а на... Вот таким образом мы сделаем. Ох, 3 получилось, да? Но нормально. 3 нормально. Вот 3 как раз, мне кажется, это... Вот такие тоннели надо делать. Мы как раз здесь можем поставить и статуи. И все заполнить. Так, что мы еще с вами не видели? Медицину, но медицина, дезинтеграторы, туалеты. Пока что в них нету особого смысла, потому что это все будет тратить у нас воду. А вода нужна для кислорода, и если мы сейчас с вами будем позволять и ставить душ, например, душ, туалет. Ну, давайте я сейчас, кстати, спланирую новый туалет. Где бы нам тебя поставить-то, новый туалет? Новый туалет, новый туалет, новый туалет. Где бы тебя спланировать? Вот здесь мы тебя... Там, где куча углекислого газа, да. Это неправильно. Можно вот здесь поставить туалет. И где-нибудь сверху поставить очиститель воздуха, если... Тут кто-то будет портить воздух. Ну, кстати, можно и так действительно сделать. Так, где у нас? Где у нас туалетики? Туалетики. Я уже вот. Ну, биодистиллятор как раз слизь перерабатывает водоросли. Но он это делает очень медленно. И ему очень большое количество слизи надо. Вообще неудобная, несбалансированная вещь, которую я не советую вообще пользоваться. Пока что. Пока что. Может быть, уже в обновлении можно будет. Уборная уменьшает стресс и болезни, более гигиеничный. Душ. Ну, душ, наверное, уже, кстати... Где бы вам душ-то поставить? Здесь я не ставлю, потому что здесь есть кусочек слизи, который нам сразу же начнет загрязнять воздух. Поэтому я вот, вот здесь комнату как раз сейчас боюсь ставить. Мы можем сделать ее здесь сбоку. Ну, вот таким вот образом, например. Чуть-чуть подальше от слизи. Вот так вот. Здесь, например, заказать магматит 79000 из чайника. Давайте вот так вот мы сейчас с вами закажем здесь из песчаника. Блин, здесь у нас воздух, хотелось бы. Ну, наверное, вот так вот получается. Ищем туалет. Где ты наш, ну, любимый-то? Туалетик, туалетик. Где у нас? Ну уж точно не в декоре. Слушайте, если так логически, где у нас может быть туалет? В очистках нету. А, вот. Вот тут. Нет.
Лампочки можно ставить, но на самом деле лишняя трата энергии. Если бы у них было отрицательный эффект, что они работают в темноте, а так лампочка дает только декор. Дает его не особо хорошо, поэтому особого смысла ставить лампочки я не вижу. Вот. Но освещают они, конечно же, неплохо. То есть, чем выше вы их ставите, тем вот, смотрите, вот так вот она будет освещать все туалеты, например. Ну, в лампочках тоже особого смысла нету. Блин, я потерял туалет. Тормод, как ты мог? Вот он. Там же в сантехнике. Все. Понял. Потерянный туалет сейчас найдется. Так, ставим здесь два туалета. Добавляем еще два блока здесь. Для того, чтобы поставить шлюз. Между шлюзами ставим очиститель воздуха. Хотя два, наверное, может быть. Давайте один пока поставим. Стройте, стройте, стройте. Да, туалет у вас есть. По крайней мере, с этой стороны вы можете радоваться и наслаждаться счастью, что у вас есть туалеты. Я не ставил вот эти улучшенные туалеты, потому что к ним нужно к ним нужно подводить воду и выводить грязную воду, делать ее очистку. А очистку лучше всего делать... Ох, что за тормоза? А, вот, отвисло. Вот, а очистку лучше тоже... Ну, сделать помещение, например, вот это помещение под очистку воды. Поднимать наверх, опускать вниз. И делать очистку. И обратно в этот резервуар. Под очистку можно даже здесь внутри выделить место. Хотя нет, оно... Покажите мне по очистке, сколько ты у нас на 3 блока. Декор минус 15. Ну, на 3 блока вокруг. Ну да, не этот коридор на нас заденет. Но если я вот так поставлю, то все хорошо. Мы можем поставить проверку воды, которая поступает. Из неизученного у нас только медотсек. Управление давлением тоже не нужно. Изысканные блюда. Ну, так как мы с вами не готовим из воды. Это сделать удобрения. Удобрения особо сильно не нужны. Вот я думаю, что они скоро сделают, чтобы растения росли за счет удобрений. Вот тогда будет смысл в удобрениях. А сейчас же, когда растения растут сами по себе, без какого-либо удобрения, это все не имеет смысла. Так что, по идее, мы с вами видели сейчас, на данном этапе, почти всю игру, что у нас доступно. Конечно, я не ставил, не изучал аптеку, но мы с вами и только одного убили сегодня. Но я знал, что он там умрет, потому что, я говорю, это... Постоянно, когда проводишь одну клеточку, оставляешь, туда вот 100% кто-то запрыгивает. Вот ему прям, гадалки не ходи, блин, хочется туда запрыгнуть, когда другой будет рядышком работать. Так, декор здесь совершенно замечательный, 50. Ну вот здесь всего декора 10, 19, 18, 3 и дальше пошло. Вот смотрите, 65, 55. Да, то есть вот тут он будет пробегать, он будет опять получать декор. Здесь уже выросло и смотрите, да, декор неплохой, 50. 35, да. Да. По поводу уборки, видите, все равно какие-то ошибки есть, и фосфорит они не убирают. Хоть я даже выставлю отдельный, я уже так пытался. Выбираешь отдельный ящик, ищешь фосфорит, говоришь ему, только его сюда складывать, и они, блин, нифига. Ну, тут. Они его не складывают. Вот, ну понятно, что на этот материал, видимо, у разработчиков есть особые планы, и он еще не полностью сейчас готов для работы. Так, ну что ж, у нас 60-й цикл сейчас, и я думаю, я на этом закончу.
закончу эту серию и, наверное, прохождение этой игры. Поэтому, если что, не обижайтесь, будет еще дальше серии. Мы с вами посмотрим и обязательно еще в нее поиграем. Мы не прощаемся с игрой. Я могу развиваться дальше, но это если вы уже очень большое количество людей попросит дальше развиваться. И просто, если вы хотите дождаться того момента, когда я умру. Но я буду избегать опасных моментов, я вас предупреждаю. Буду всячески избегать всех опасных моментов. То есть следующим моим этапом, по идее, это выкачать вот эту воду в резервуар. Выкачать вот эту воду, провести ее через фильтр. Выкачать эту воду и провести ее через фильтр, залить в резервуар. Двойные стенки нам позволят держать приблизительно вот по этот уровень. Воды, да, спокойно. Если бы я заполнил ее полностью, даже двойные стенки бы здесь потрескались. Я уже проводил такие эксперименты. Даже двойные стены могут иногда не выдерживать. Хорошо. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Тормод. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем огромное спасибо. Всем пока.